Здравствуйте, меня зовут Лизавета, и это афиша ASMR. Сегодня мы с вами находимся в мастерских и арт-резиденции музея «Гаража», чтобы узнать, как поживают растения. Меня зовут Анастасия Кайнанунг, я художница, участница второй триеннале современного искусства в «Гараже», резидентка мастерских музея «Гараж» и главный редактор «Растительного вестника». Чтобы расслабиться вместе с афишей и растительным вестником, наденьте наушники. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Здравствуйте. Как проходит ваш фотосинтез? Скажите, пожалуйста, хватает ли вам света? Спасибо. Благодарим вас. Мягкой вам зимы. Здравствуйте. Не холодно ли вам? Скажите, вы скучаете по родине? Вам не тесно в горшке? Спасибо вам большое. Зеленых вам листочков. Здравствуйте. Как прошел ваш день? Поживают ваши листочки.
что бы вы хотели пожелать нашим зрителям? Большое спасибо. Желаю вам хорошего настроения. Здравствуйте. Как прошла ваша неделя? Скажите, вам не одиноко? Чего бы вам сейчас хотелось? Благодарю. Хорошего вам вечера. Здравствуйте. Хватает ли вам места в вашем горшке? Скажите, пожалуйста, хорошо ли о вас заботиться?
Большое спасибо. Берегите себя и будьте здоровы. Здравствуйте. Как вы ухаживаете за своими листочками? Скажите, какие у вас планы на зиму? Вам нравится ваш горшок? Большое спасибо. Простите за беспокойство. Здравствуйте. Мы уже начали готовиться к зиме. Какие советы по подготовке к зиме вы бы дали нашим зрителям? Скажите, вы уже мечтаете о весне? Спасибо. Желаем вам солнечных дней. Здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, как вы соседствуете?
не ругайтесь. Скажите, вам не тесно? Большое спасибо. Пусть в вашем горшке всегда царит мир. С вами была Лизавета Шатурова и Афиша АСМР. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Мне и растениям будет очень приятно.